Эта видеоинструкция предназначена для простых людей, не имеющих к медицине никакого отношения. Надеемся, что мы сможем помочь вам поступить правильно в экстренной ситуации, и тем самым у вас будет шанс сохранить травмированный палец или даже часть конечности. Если все же в результате травмы произошла полная травматическая ампутация фаланги пальца или даже части конечности, следует соблюдать спокойствие и выполнить алгоритм из 6 действий. Произвести временную остановку кровотечения путем ручного прижатия с помощью чистой салфетки. Для профилактики развития шока уложить пострадавшего на горизонтальную поверхность и чем-нибудь укрыть его. Незамедлительно обратиться за помощью в экстренную медицинскую службу вашей страны. В Украине это 103. Произвести временную остановку кровотечения. Подойдет толстая резинка, веревка. Обязательно нужно прикрепить ярлык с временем наложения турникета. Ампутированную фалангу пальца или часть конечности завернуть во влажную проглаженную горячим утюгом салфетку и поместить в контейнер со льдом исключительно таким способом, как на рисунке. Данный способ не вызовет замораживания ампутированной части тела. Произвести обработку травмированной конечности 3% раствором перекиси водорода и наложить стерильную повязку. После чего собрать документы, личные вещи и деньги еще до приезда бригады экстренной медицинской помощи, которая вас доставит в ближайшую больницу, где произведут пришивание ампутированной конечности. Итак, давайте еще раз все внимательно повторим. Произвести временную остановку кровотечения путем ручного прижатия с помощью чистой салфетки. Для профилактики развития шока уложить пострадавшего на горизонтальную поверхность и чем-нибудь укрыть его. Незамедлительно обратиться за помощью в экстренную медицинскую службу вашей страны. В Украине это 103. Произвести временную остановку кровотечения. Подойдет толстая резинка, веревка. Обязательно нужно прикрепить ярлык с временем наложения турникета. Ампутированную фалангу пальца или часть конечности завернуть во влажную проглаженную горячим утюгом салфетку и поместить в контейнер со льдом исключительно таким способом, как на рисунке. Данный способ не вызовет замораживания ампутированной части тела. Произвести обработку травмированной конечности 3% раствором перекиси водорода и наложить стерильную повязку. После чего собрать документы, личные вещи и деньги еще до приезда бригады экстренной медицинской помощи, которая вас доставит в ближайшую больницу, где произведут пришивание ампутированной конечности. Надеемся, что это видео поможет спасти вам, вашим родственникам или знакомым ампутированную часть конечности. Подписывайтесь на наш канал EMC Украина в видеосервисе YouTube.